Мы находимся в столице Бахрейна, Манама. Сегодня 21 ноября, температура 29 градусов. Персидский залив. Вода немного мутноватая, очень соленая, ну, довольно-таки теплая. Страна очень интересная на самом деле, необычная. Для кого не были в арабских странах, я думаю, очень сильно понравится. Шикарная еда здесь, шикарные супермаркеты. Но хлеб надо покупать на улице, это такие лепешки, у них хлеб не продается, как у нас, надо иметь в виду. И перелет довольно-таки приличный, здесь бахрейнские линии летают, без всяких проблем долетели. Цена немного, да все здесь подороже, немного дороговатая, конечно, страна, но потому что все привозное. Из Москвы летят самолеты, прямая рейса до Бахрейна. Путешествуйте подальше и не исключайте арабские страны из своих дальнейших путешествий.